Всем привет, ребятушки, добрый вечер, приветствую Калева Гумплей, бесчисленные трофеи Керуфа. Вернулся я к Лоренду, в безлюдные земли, и хочу выполнить какое-нибудь его поручение, взяться. Ну а что нам терять-то? Очки нам надо зарабатывать, привет, надо. О, кстати, смотри, броня, что ли? Ты мне броню сделал? Привет тебе, охотница. Хочешь взяться за один из контрактов? Ну, в принципе-то да. Давай поторгуем сперва, что ты там мне хочешь предложить-то. Ну, только ресурсы мне тут хочешь предложить, да. А, вот еще главный нерв водопрыска. А, ну, редкий, интересно, давайте посмотрим, что у него редко есть. О, главный нерв. Так, это что, мне нужно или что, почему такое сердечко у него? Ну, ладно, давайте возьмем. Раз сердечко какое-то горит, фиг его знает, может, действительно нужно... Я даже не знаю. Так. Ага, редкий водопрыска. Мусорника, падальщика. О, ну у него всяких приколюх-то много. О, нифига себе, очень редкие тут. О, да, круто. О, хвост брит тут, вот тучки реза, кстати, он мне нужен, да. Да, у него всяких прикольных штук вообще много. Прикольно. Ну ладно, я тогда к нему зайду потом. Наверное, сердечки те, которые, возможно, мне нужны. Верный выбор. Верный выбор, да. Наверное, чтобы прокачаться, мне надо какие-то штуки. Элой, ты за деталями? Или, может, за контрактом? Такой смешной паренек вообще. Так, блин, я стервятники. Давай антенны. Что еще тебе нужно для брони? Да. Сигнальные антенны. Прочные, гибкие. С их помощью я сделаю броню более эластичной. Мы обнаружили стадо мусорников. Я посмотрю, что можно сделать. Изучу контракт. Ну, удачи. Ну, давай тогда пойдем. Мне нужно идти. Я буду ждать детали. По одному за раз, как говорится. Так, сигнальные антенны. Угу, стандартный контракт Азеран. Таранд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 арandar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 and
Пу-пу-пу-пу-пу. Куда нам надо ехать? Нифига себе, ребят, смотрите, куда. Это у меня, получается, в преграду отправляет, да? Аллилуйя, что у меня есть перемещение. Тут, знаете, кататься-то не особо хочется. Так. Я рядом с местом обитания машин, упомянутых в контракте. Нужно еще раз его прочитать, на всякий случай. А нахрена? Ну, давай прочитаем. Вот они, наверное, мусорники. Так, сигнальные антенны, пройдите в зону обитания мусорников. Вот и все, что. Что тут читать? Вон мусорник, припасы стервятника. Ладно, прочитаем контракт. Где вот он только... Так, пройдите в зону мусорников. Ну, ладно, пройдем, да и все тогда, что мы. Там будет проще. Там уже дальше разберемся. Че и как. Буль-буль-буль. Сейчас утонешь. Ты че? Мусорники, как и говорил Лорен. Мне нужны их антенны. Если сумею их отстрелить, оставшись незамеченным, все будет хорошо. Блядь. Так. Одна есть. Попала. Ой. Я... В общем, я все детали-то сбил, только их надо теперь собрать. А для того, чтобы собрать, надо их завалить. Ай! Да ты критический удар нанеси. Ага. Своими
принципе, быстро справились, да? Ты этого не уплывай. Я даже удачно все сделал, можно сказать. Ну как удачно? Так, конечно, они меня тоже маленько помочили. Так, где мои антенны? Куда они делись? Так, вот эту антенну я одну вижу. Нужно найти сбитые антенны. Вот что такое. А, интересно. О. И пофиг вообще. Осталось найти еще одну. А вон она. Она так далеко, кажется. Контракт. Как будет возможность, нужно отнести антенны Лоранду. Да как бы возможность-то у нас есть. Ну, давайте. Вот, есть. Заодно, смотрите, там какой-то есть огнежар рядом, да? Где-то там вот. Сейчас мы его еще и бабахнем. Где этот огнежарчик? Ворона полетела. Где-то здесь. Я его не вижу нифига. Тут что ли где-то он? А, да, вот он. Зеленца. Ну, еще и этот. Всякие вкусняшки. Ладушки. Пригодится все. Этот пигмент неплохо ложится на броню. О, почти, смотри, сейчас интересно, долетим мы, нет? Нет, я думаю, упадем. Да. Почти долетели. Ай, сейчас химозу в эту залезем. Ну ладно, чуть-чуть тут. Покусяльки нас поделали. Ну, ты думал. Конечно, и вовремя. Сигнальные антенны уже у меня. О, прекрасно. То, что надо. Как и обещал, вот твоя плата. Не хочешь выполнить еще один контракт? Для такой опытной охотницы это будет несложно. Хм. Хорошо. Расскажи подробнее об этих контрактах. У падальщика очень мощные челюсти. Я могу укрепить ими броню. Мои люди видели стаю падальщиков совсем рядом. Я, пожалуй, смогу взглянуть на контракт. Прекрасно. Угу. Мне нужно идти. Будь осторожна. Так. Ты шла поторговать? Да ты заколебал, я же это, как его, задание выполняю. Так. Нифига себе, как рядом, бля. Чё это рядом? Нифига себе рядом. Нифига себе рядом. Так это вообще прям далеко. Ну ладно, летим. Это опять безлюдные эти, как и у земли. Хорошо, что есть у меня быстрое перемещение. В принципе, мне не жалко их. Опыт 2000 очков, хорошо. Лендороги, о которых говорится в контракте, должны быть рядом. Может, еще раз изучить контракт? Убедиться, что ничего не упустила. Вот и лентороги. Если вырубить нескольких, это позволит выманить падальщиков. Подсумок забит, но в сумке место есть.
А, их надо убить, чтобы выбежали падальщики. Окей, один готов. Ты меня не видишь, ты меня не видишь. Так я аж двоих уже убил. Что значит осталось еще немного? Так. Что она там несет? Подождите. Задание. Так, убить лентарогов для того, чтобы не падальщиков. Я двоих убил. Видимо, мало два, да? Спалили. А, вон падальщики. Чтобы перехватывать падальщики, ему надо сперва поохотиться на них. Так, а задание-то какое у меня? Так я ж только что падальщиков убивал. Чё за бред? Так, их тут много. Одна есть. Окей. Хватит. О! Пора отнести детали Лоренду. Отлично, я справился. Только я тут еще не всех обыскал трупов. Или все обыскал. Такие вещи всегда нужны. Ну и этого долбанем заодно тогда. Че тогда он тут ходит? Вот и все. На опыте, как говорится. Отлично поработали мы. Фух. Ой, какие мы молодцы. Так. Чё мы, где этот Лорент? Ну все, опять сюда мы тогда улетаем. Все, у меня все эти кончились. Ну ладно, съезжу потом где-нибудь куплю. Ничего страшного. Зато, как говорится, по красоте все. И аллилуйя! Так, вот сейчас хорошо я прыгнул. Возможно, я долечу даже до... Да, долечу. До пирса. Еее! Лорен будет доволен. И я добыла детали. Тебя не зря считают хорошей охотницей. Вот твоя плата. Спасибо. Кажется, теперь у тебя есть все, чтобы сделать броню. Вообще-то,
Разведчики заметили неподалеку гребнерога. Плюется огнем, как горячий горн. Тело гребнерога выдержит любой жар. Что скажешь? Изучу подробности позже. Попробую выследить. Ты не пожалеешь. Ты чё, офигел, что ли? Мне нужно идти. Я чтобы... Удачи в поисках гребнерога. По-человече, а ты мне еще одну подсунул. Стервятники. Последняя деталь. Ты только обманывать можешь. Опять скажешь, не последняя. Так, где он этот керув? 98. Ну нет, слушай. А, подожди, это что-то я не то нажал. Так. Нужно быстренько перечитать контракт Лоренда. Вникнуть в детали. Неуловимый гребнерог. Ага. Ладно. Пойдем гребнерога ловить неуловимого. Это лента-рог. Пошел в баню, ты меня не видишь. Что за мной скачет, а? Придется драться. Ух ты, хороший удар. Молодец, хорошо сопротивлялся. Скатились. Так, все. Блин. Ну, это мне РДР уже 2 напоминает выслеживать кого-то, тут ловить легендарное животное, блин. Клюется где-то огнем, блин. И где он? Пройдите на берег реки. Следы машины. Возможно, того самого гребнерога. Ага, все понятно. И чё? А чё ты не читаешь их? Ага, понятно. Здесь множество следов других машин. Визор поможет разобраться в них. Ой, блин. Как, чё поможет? Но... Следы сикача. Он мне ни к чему. Ну давай. Давай. Не то. Эти следы оставил лентарок. А это наши. Я нашла следы гребнерога. Они довольно свежие. Визор поможет его отыскать.
Вот и следы. Посмотрим, куда ведут. Да, мужик, тебе не повезло, за тобой охотится лучшая охотница на планете Земля, Элой. А, что, следы заметает, по воде ходит, а? Молодец. А-а-а. Вон он. Грибнирок, выдыхающий огонь. Кажется, я нашла друга Лоренда. Придется его вырубить. Просто постоять спокойно не мог. Все равно тебя поймаю. А где он? Вот сволочина, убежал же куда-то, а? Ты падальщик. Он же убежал куда-то. Охренеть, что мне делать? Ищите, типа, здесь где-то вокруг. Ну да. Дать мне делать, нечего тут бегать его искать. Да и треть колотить, а. В нем ее не возьмешь. Че он, куда делся-то? Я уже выбежал из этой зоны, между прочим. Используйте ездовую машину. А, вон он! Я его нашел. Сколько здесь копьерогов. Так это мой... Мои ребята-то или нет? Куда они делись? У-у-у! Копьерог? Нет, это не копьерог. Это не тот. Получи. Бог, отвалите. У меня машина сейчас сломается. А, вон он с ними. Ах ты тварь, а. Уже лучше. Ага. Куда ты пошел? Военные действия. У меня машинка сломалась. Какой быстрый грибок. Угнаться за ним можно еще по чинить. Чиним свою лошадку. Этого должно хватить для брони Лоренда. Отнесу детали в его лагерь. Капец, это было жестко, нах. Я еще моего своего чувака вон маленького. Че, опять подлатать надо? Да нет, но он искрится. Колебал ты, на. Вот он, твой грибнирок. Большая его часть. Да, наконец-то. Моя броня будет по-настоящему уникальна. Я хочу ее. Хотя, если я добавлю... По-моему, тебе пора приступать. Нет? Ты права. В
холодной кузни броню не сделаешь. Спасибо, Элой. Может, заглянешь, когда придет Керув? Посмотришь на мою победу? Попробую. Выполнил серию контрактов на сбор трофеев. Фу-фу. Отлично. Отправляйтесь по координатам эфира. А, ну это там уже все. Так, все, я здесь все уже сделал. Видите, он зелененький стал. Так что на 100% мы все выполнили. Ну что, ребятки, все, мы молодцы. Кто молодцы, мы молодцы. Да, вот видите, все контракты я выполнил. Увидимся, мои дорогие, на следующем прохождении Горизонта Запретного Запада. Пока!